Самая долгожданная аудиокнига 2022-2023 года. Миллионы прослушиваний первой части. Вы ждали, мы делаем. Премьера зимой 2023-го. Сергей Демидов. Операция «Саламандра 2». Чужой среди своих. Встречайте. Читают Костя Суханов и Сергей Демидов. Поехали. Саня кое-как пришел в себя и понял, что его кто-то куда-то тащит на себе. Руки и ноги Санька были крепко связаны, во рту был кляп. Голова гудела и раскалывалась от недавно разорвавшегося рядом фугасного снаряда. Парень, который его нес на плече, шел уверенно и быстро, не сбавляя шаг. Пер как машина. «Здоровый пацан», — подумалось ему, — «куда он меня несет? Убивать? А что ж тогда сразу у фашистов не прикончил? Или он спас меня? Почему тогда связал? Твою ж махеровую папиросу! Это же он! По-любому он! Снайпер, сука!» Саньку захотелось попытаться вырваться, но он сдержался. «Пока нельзя дать ему понять, что я пришел в себя. Посмотрим, куда он меня несет». Так парень прошагал еще около километра. Когда вышли на открытую поляну, он небрежно сбросил Сашку на песок. «Ладно, хорош притворяться». По-русски и без акцента заговорил здоровяк. «Минут 10 назад уже ведь в себя пришел. Давай знакомиться, Саня. Меня Кириллом зовут». Санек попытался сесть, но со связанными за спиной руками это получалось плохо. Тогда парень, который назвался Кириллом, подошел, грубо взял Сашку за шиворот, поднял и привалил спиной к упавшему стволу дерева. Потом нагнулся и вытащил кляп изо рта. Саня тут же начал поливать Кирилла отборной брани. «Сука! Тварь фашистская! Так ты еще и русский! Предатель! Да я с тебя всю кровь спущу!» «Хватит!» — рявкнул Кирилл. «А возможность убить меня у тебя еще будет. Это я тебе обещаю». Как-то грустно произнес он. «Ты нахрена меня вынес от фашистов, сволочь?» — срываясь на крик, спросил Санек. «Поговорить хочу. Нам с тобой серьезно надо поговорить». Где-то метров в 200 от штабной палатки вдруг раздались выстрелы. Это было совершенно неожиданно, так как все посты часовых Саня проверил лично, буквально полчаса назад. «Большой отряд исключен. Видно, диверсанты», — пронеслось в голове Санька. Лейтенант в тот же момент вытянулся. В его лице читался дикий испуг. Парень, лет 27, все время просидевший в штабе и ни разу не бывавший в настоящем бою. «Епта! Какого черта его вообще к нам прислали? Он сейчас в панике тут накомандует», — рассуждал про себя Саша. Он выскочил из палатки, окликнул двух бойцов и жестом показал им двигаться за собой. Из палатки раздался запоздалый недовольный окрик лейтенанта. «Сержант, а ну-ка вернись! Я еще не давал никаких распоряжений!» «Ага. Пока ты что-то придумаешь, нас уже тут всех закапывать придется», — подумалось Саня. Ночь была чертовски темная, только керосиновые лампы кое-как боролись с непроглядной теменью. Сосновый бор, где их взвод остановился на ночевку, был отвратительным местом для стоянки. Со всех сторон неприкрытая территория.
Идиот-лейтенант сделал вид, что не услышал Санька, когда тот советовал пройти еще несколько километров до широкой речушки. Тогда хотя бы с одной стороны взвод был бы прикрыт. Саня почти на 100% был уверен, что диверсанты нападут именно этой ночью. Из палаток повалили бойцы. Раздался сигнал боевой тревоги. А с запада послышалась еще одна пулеметная очередь. Медлить было нельзя. По звуку выстрелов Саня узнал МГ-34. Пулеметчик, видимо, засел в низине и расчищал путь ушедшим вперед диверсантам. Он явно хотел, чтобы его заметили, а товарищей нет. Скорее всего, часовые на западе уже мертвы. Диверсанты пошли в обход по южному и северному направлению. Пулеметчика и без нас достанут. А мы пойдем на север. Быстро объяснил свой план бойцам Санек. «А как же юг?» – спросил один из бойцов. Его вроде Виталиком звали. «И втроем? Мы даже не знаем, сколько их там. На юге низина, а с севера вон за той опушкой холм. Его не видно в темноте пока. Фашисты сейчас по-любому туда идут, и если там засядут, пиши пропало. А если больше народу с собой возьмут, то нас заметят. Так что идем за мной след в след и не торопимся. И не шумим», — быстро объяснил Саня и взял на изготовку свой ППШ. «Есть у кого гранаты?» «У меня две РГД-33 и РГД-40, одна», — ответил второй боец. Его имени Санек не помнил. «Хренаж себе! Тебе кто дал противотанковую? Ладно, давай сороковку сюда. Сейчас фарш из фашистов делать будем. Тебя как звать-то? Шура? Значит, тезки. А теперь аккуратно за мной. Встречайте Саламандра 2. Чужой среди своих. Уже это зимой».